день. Тема сегодняшней передачи – лечение гриппа. Петр Морозов – известный врач, педагог, телеведущий и просветитель. Я родился в семье потомственных врачей. Мой отец Виктор Михайлович Морозов – профессор, член Академии медицинских наук. Дед был ученый с мировым именем. С 1979 года доктор Морозов является председателем оргкомитета Суздальской школы молодых психиатров. Я рад видеть вас всех здесь снова. Заседание объявляю открытым. Петр Викторович – автор более 250 научных трудов и 4 книг, широко известных и за границей. В течение 8 лет я работал в Женеве, в секретариате ВОЗ. В этот период времени я выпустил 2 книги, посвященной проблеме вирусного происхождения психических болезней. Профессор Морозов является основателем и главным редактором журнала имени Ганушкина и газеты «Дневник психиатра». У нас достаточно много серьезных материалов, но вместе с тем всегда одна глава у нас посвящена биографиям талантливых людей, которые были так или иначе связаны с проблемой психического здоровья. Такую разноплановую деятельность профессора объединяет одна главная цель – забота о психическом здоровье всех без исключения людей. Это необычайно важно для меня, и я уже не мыслю в себе жизнь без такого рода деятельности. Я живу этим.